Детский многопрофильный стационар в Новом Городе не видел ремонта с самого его основания. Здание, построенное в 1989-м, давно обветшало. В следующем году медучреждению исполнится 30 лет. Круглой дате стационар полностью видоизменится. Два года назад учреждение вошло в структуру городской клинической больницы номер 1. Вместе со стационаром сюда присоединились детский травмпункт, женская консультация и роддом. Уже в 2021 году на базе больницы номер 1 появится современный центр охраны здоровья женщин и детей. Второй год подряд здесь ведется капитальный ремонт. Мы отремонтировали бассейн в Первоцвете. Мы создали, там ее не было, реанимацию в родильном доме. Значит, мы отремонтировали поликлинику новостроителей. Мы здесь отремонтируем, и мы сейчас были, травматологический пункт. Он находился в другом здании, без теплого перехода. Сейчас это будет отдельный въезд с элементами доступной среды. На четвертом этаже стационара полностью преображаются хирургическое отделение, отделение реабилитации и операционный блок. С ходом ремонтных работ ознакомился глава региона Сергей Морозов. Мы договорились с вашим министром о том, что она приедет в ближайшее время сюда, в Ульяновскую область. В том числе мы хотели ей показать о том, как у нас идет ремонт и подготовка к реализации этой президентской программы детского здравоохранения. То давайте готовить еще раз вот такую презентацию для нее, чтобы ей было понятно, что мы сделали уже, что мы не стоим, не ждем, когда нам федеральные деньги дадут. Травматолог-ортопед Михаил Евдокимов работает в детском стационаре 5 лет. Врач признался, с годами состояние больницы не двигалось с мертвой точки, в отличие от дня сегодняшнего. Переделывается практически полностью все, проводится перепланировка, реконструкция. Именно изначально все создавалось под наше отделение. То есть мы и проектировали участие, скажем так, проявляли на самых начальных этапах, на этапах проектирования. Я думаю, там будет замечательно. Кроме самого ремонта, обновится и материально-техническая база. Специалисты отделения реабилитации, например, уже осваивают закупленный для больницы аппарат для детей с травмами верхних конечностей. А в ближайшие два года руководство стационара планирует приобрести 64-срезовый компьютерный томограф для сверхбыстрого получения рентгеновских снимков. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.